Обновление 8.6 вносит ряд крупных изменений в игру. Теперь многое будет по-другому. Вводятся новые механизмы распределения при расчете точности выстрела, урона и бронепробиваемости. Танки станут стрелять точнее, с более предсказуемым результатом. Меняются характеристики подкалиберных снарядов, пробитие и принцип действия кумулятивных. Роль брони возрастает. Доходность всех танков с 6 по 10 уровень увеличивается. Ветки развития САУ расширяются до 10 уровня. Появляются новые машины. Три карты переработаны под улучшенную графику. Появляется новая — Священная долина. Но это далеко не все.